Давным-давно, много миллионов лет назад, нашу планету населяли огромные ящерицы. Были они самые разнообразные – большие, хищные, рогатые, с длинными хвостами и разной окраски. Каких только ящериц не было на Земле, какие они разные! Но не все ящерицы были хищниками. Многие из них питались только травой и листьями, а чтобы защититься от врагов, прятались от них на деревьях. В этом им помогали огромные лапы с тремя пальцами и крылья. Одними из самых первых птиц считаются археоптерикс и птеродактиль. Они умели перелетать с одного дерева на другое, а лапами крепко держались за ветки. И еще у этой птицы были гигантские зубы. Но со временем, в процессе эволюции, огромные зубы, лапы и хвост исчезли. Птицы менялись, так же, как и все живое на нашей планете. Их тело обросло перьями, появился клюв. И вскоре они стали такими, какими мы их привыкли видеть. Пернатые и с различной окраской. Обалют, как красиво. Нас пернатые друзья. Конечно, не все птицы умеют летать. Но все-таки далекими предками птиц принято считать именно ящериц. Ящерицы живут в норках, часто прячутся в траве среди насекомых, питаются пыльцой и зеленью. В современном мире ящерицы выглядят абсолютно по-другому. Они совсем не такие, которые были в Адсе. Но это уже совсем другая история.